Всем привет, друзья, с вами Фламинго, и сегодня я хотел показать ребятам, кто проходит руины в Tower of Fantasy А01 на хард, где находятся все сундуки, и пояснить, какие из них будут находиться на изи, на нормале и так далее. Значит, стартуем мы вот с этой точки, убиваем всех мобов, вот этот ящик будет под завалом, бросаем на него бочку. Завал разрушается так же, как и вот эта вот дверь, она будет закрыта. Вот вам сундук первый. Этот сундук находится самый первый в изи, на изи сложности. Он будет первым. Дальше. Далеко не уходя, если вы проходите хард, залезаете на трубе вот сюда. Здесь стоит две бочки, еще один сундук. Здесь также будет стена, за которой будет находиться этот сундук. Эти две бочки можно взорвать луком, любым дальним оружием, ну или ближним можете подойти, также кинуть, он взорвется. Бежим дальше. В этой комнате у нас сундуков кроме вот этого нет, он тоже будет находиться за стеной. Убивайте мобов, кидайте бочку, либо взрывайте бочку. Вот вам сундук за стенкой. Это уже третий получается. Этот сундук будет на изи сложности. Также на изи сложности, вот он будет вторым получается. На нормале будут следующие сундуки. Вот в этой комнате их три штуки. Вот один. Здесь будет стоять статуя. Вы тоже бочкой берете бочки. Бочки ресуются. Их можно тратить. Не все, конечно, но вот большинство из них ресается. Вы просто на статую бросаете бочку, она взрывается и взрывает статую. Это будет третий сундук на нормале. Вот это четвертый сундук на нормале. Здесь также будут руины, завал, в который вы кидаете бочку, она взрывается. Вы получаете свой сундук четвертый. Дальше, на харде. Тот сундук на харде будет у вас, получается, первым, то есть пятым. В начале, наверху, который был. Вот этот сундук будет шестым. Он также будет находиться под завалом, по-моему. Вы просто кидаете сюда также бочку и забираете его. То есть в первой комнате два сундука. Дальше на проходке один сундук. Здесь. И три сундука вот в этой комнате. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Переходите на Трово. Там проходят стримы по Tower of Fantasy, по GTA 5, иногда в LoL. Всем спасибо.